Безопасность превыше всего. Измерение температуры, обработка рук антисептиком. Без этой процедуры на участок голосования не попадет никто, включая главу Химок. С необходимых мер предосторожности начинает проверку избирательного участка Дмитрий Волошин. Как работают общественные наблюдатели, соблюдают ли социальную дистанцию, а также другие важные аспекты, проконтролировал руководитель муниципалитета. Присоединился к инспекции и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Это далеко не первый избирательный участок Московской области, который он выехал проверить. Обратил внимание на основные моменты, которые нужно учесть при проведении голосования. Основной упор – это, в первую очередь, безопасность наших граждан. Все то, что организовано сегодня, мы увидели здесь, соответствует всем требованиям. Ну и, конечно, легитимность тем, чтобы наблюдатели следили за всеми необходимыми процессами, которые надо соблюдать в рамках избирательного законодательства. Отметим, основной день голосования 1 июля. Выбор можно сделать на своем избирательном участке с 8 до 20 часов.